На Кубок городского головы по игре Brain Ring соревновались в эти выходные команды средств массовой информации. В игре принимали участие и журналисты телеканала «Алекс». Детальней в сюжете. Свой уровень эрудиции на Брейринге проверяли 6 команд, представляющие разные СМИ города. Журналисты газет «Улица Заречная», «Регион Экспресс», «Верже», работники областной телерадиокомпании, молодые начинающие журналисты, а также команда телеканала «Алекс». Еще перед началом состязаний участники показывали оптимистический настрой и уверенность в своей победе. Я представляю команду телеканала «Алекс». Мы решили, что будем называться «Команда А», если наш капитан разрешит нам так называться. Хотим показать, что мы очень умные в интеллектуальной игре Brain Ring, что интеллектом таки блещет наш телеканал. На телеканалі Запоріжжя дуже сильна, потужна команда журналістів, і ми завжди беремо участь у всіх заходах, які відбуваються в нашому місті. Ну і хочу зазначити, що ми завжди перемагаємо. Ініціатива, предложена нашою організацією, для того, щоб, з однієї сторони, укріпити дружелюбие між командами, підчеркнути важливість інтелектуального виховання. В свою чергу, при підтримці акціонерного товариства «Мотор Січ», ми маємо можливість спілкуватися з журналістами. Спілкуватися з журналістами на ниві інтелектуального виховання, развития. Формат этой интеллектуальной игры предусматривает не только возможность найти правильный ответ, но и быстро обсудить в команде все возможные варианты. Так что сыгранность и смекалка, а также быстрая реакция и определили победителя. Лучшей в этот раз стала команда газеты «Улица Заречная». Я поддерживаю игру Brain Ring среди журналистов для того, чтобы лишний раз подчеркнуть о том, что запорожские журналисты – это умные, интеллектуальные люди, которые умеют передавать информацию и делают это, потому что обладают большими знаниями энциклопедического характера. Финалисты и участники игры получили медали, грамоты и кубок от городского головы.